Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Смотрю, что надо. Ну да, я достану. Хорошо, завтра подвезу. Да, на том же самом месте, давай. Кара! Да, тот? Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что... Чего вылупилась? Катись отсюда нахер! Катись отсюда нахер! Вернусь к работе. Алиса! А ну прекрати сейчас же! Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно.
за херня-то? Тебе скучно. Хочешь, поиграем? Любишь здесь играть? Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Простите, Тодд. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тодд. Хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Да хватит уже тут маячить! Простите, этого больше не повторится. Милая игрушка. Как ее имя?
вопросе спорта, начнем с баскетбола. Решающий матч детройтских машин с командой Денвера пройдет сегодня на арене Киберлайф. А тем временем в лиге вовсю идут обсуждения, допустить ли в каждую команду по одному андроиду. Главный вопрос, такое нововведение просто сделает игру более зрелищной или станет первым шагом к вытеснению людей из спорта? Компания Киберлайф предлагает разрешить это в порядке эксперимента и готова предоставить специально созданные прототипы. Андроиды используются для ведения тренировок и тактических подсказок тренерам команд с 35-го года. Но на поле еще ни один андроид не допускался. Пока. По данным Министерства труда, в октябре работы лишились еще 225 тысяч наших соотечественников. И уровень безработицы достиг 37,3%. Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила роль компании в бурном росте экономики нашей страны. Также она объявила, что Министерство обороны закупит 200 тысяч боевых андроидов в рамках сегодняшнего курса на укрепление обороны. Дороги. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Алиса в стране чудес. Конечно. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Ладно.
Тебя нужно оставить в покое. Я лучше пойду. Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь.